Партнер проекта ЛЗРМ, производитель рапсового масла Унша. Да. Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с книжными новинками в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни для построения полной уверенности, богатой сияющей жизни и сохранения женского здоровья в долгосрочной перспективе. За неделю до дня своего рождения я встретилась с мастером-коучем целеполагания, ведущей практик и автором полезных методик. И по завершению общения она сказала, что вот эта книга мне понравится. Открыв, я увидела, что она прочитана от и до, так как на полях заметки, а самые важные мысли выделены на каждой странице. Представляю вам книгу эксперта по функциональному питанию и гормонам, врача, коуча здоровья, специалиста без лекарственного оздоровления Алисы Витти. «В гармонии с гормонами. Как научиться понимать сигналы своего организма и вовремя на них реагировать». Рекомендованный возраст 16+. Автор книги свою методику проверила на себе. У каждого есть своя история, у Алисы Витти она такая. В 20 лет, проштудировав огромное количество медицинских изданий, в поисках помочь себе она наткнулась на короткую статью о болезни Штейна-Левенталя, которая сейчас называется синдромом поликистоза яичников, которым страдает каждая девятая женщина. Читая, она все больше удивлялась, насколько точно перечислены симптомы ее заболевания. Это был поворотный момент. После ультразвукового исследования доктор вынес мрачный вердикт – диабет, ожирение, бесплодие, сердечное заболевание и рак. Алиса решила бороться за свое тело и выбрать функциональную медицину – целостный подход, который выявит истинную причину заболевания, а не просто будет лечить симптомы. В своем исследовании она пришла к пониманию того, насколько мощное влияние может оказывать пища, как на быстрое устранение симптомов, так и на освобождение от них в долгосрочной перспективе. Так еда стала основным лекарством в методе Алисы Витти. Как итог, она преодолела гинекологическое заболевание гормонального происхождения, а ее клиентки избавились от миомы, кисты, уменьшили ПМС, забеременели и повысили свое половое влечение. В книге представлена программа пятишагового оздоровления. Главное – каждый шаг доводить до конца, который является фундаментом для следующего. Рекомендации по физической нагрузке, выборов продуктов для очищения организма и питьевого баланса. Настоящая ценность измеряется не краткосрочными периодами, а новым образом жизни в целом. Сегодня познакомились с книгой Алисы Витти «В гармонии с гормонами. Как научиться понимать сигналы своего организма и вовремя на них реагировать». Ваше здоровье становится платформой, на которой вы можете построить жизнь, полную идей, целей и страсти. Доверяйте своему телу, когда оно говорит, что вам нужно. И перед тем, как пробовать что-то новое, проконсультируйтесь со специалистами. С вами была Ксения Шамова с книжным обзором программы «Да» на Эхо Кирова. А помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унша». «Да».